«Лукойл Коми» организует соревнования для рыбаков уже много лет. Проводить зиму и насладиться подледным клевом на реку Усу съезжаются участники из Ухты, Яриги и Усинска. Номинаций в программе рыбацких состязаний множество. Например, первая выловленная рыбка. На 4-й минуте соревнований ерша вытащил Александр Ладыгин. Чтобы погода хорошая была. Ну, от умения тоже какого-то определенного. Самый большой улов, 300 граммов, в этом году оказался у Руслана Баксанова, который уверен, к реке всегда надо относиться с уважением. Самое главное это, я понял для себя, нужно, когда приходишь на рыбалку, нужно с ней поздороваться, с рекой. И она все даст. На этом программа соревнований не закончилась. Впереди метание валенка и бурение лунки. На этапе бурения лунки есть несколько правил. Одно из них, чтобы диаметр шнека, это вот эта опоясывающая бур деталь, был не менее 120 миллиметров. Еще одно условие – это скорость. В этом году рекорд составил 16 секунд. Рекорд поставил Василий Унгуряну из Яриганефти. А вот дальше всех метнул зимнюю обувку на 28 метров Сергей Игнатенко из энергосетей. Видимо, он знает секретный заговор летающего валенка, но нам его, конечно же, не сказал. На то и секретный. Без призов не остался ни один участник соревнований. А тем, кто пришел поддержать рыбаков, наградой стала прекрасная погода и отличное настроение. Анна Скальская, Денис Хузин. Специально для программы «Регионы Лукойла».